Hello. И задыхается все. Она знает, что уже все, конец ему, и поэтому немножко такое волнение. I'm nervous because my ego is shaken and getting sophisticated. Asphyxiated. 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 No problem. Let it get asphyxiated. Ничего страшного. Позвольте ему быть задушенным. Это отлично. Меня всегда волновал вопрос. Что есть моя истинная природа и что есть высшая абсолютная истинная реальность. И я такой вредный человек, что я не верю ни в какие писания, ни в какие опыты чужие, пока я на себе это не переживу, не испытаю. You know, I've been interested in such a questions. What is my true nature? What is my true reality? But you know, I'm such a nasty person that I don't believe any descriptions. I don't believe any scriptures. The only thing I believe in it is a direct experience. Однажды я занималась одной йоговской практикой, и тут что-то случилось. Там упражнение на визуализацию внутри. Я закрыла глаза и увидела нечто. Once I was practicing some yogic practice and it was about visualization. So I closed my eyes and I saw something. И это было без, нечто живое, безграничное. Это была пустота и полнота одновременно. Это была просто темная бездна. Я не испугалась, была просто озорная какая-то радость, что наконец-то вот оно. So what I saw was something infinite, something limitless. It was dark. It was like the abyss, and it was like a vacuum. And I didn't get afraid. But I felt something like a mischievous joy. Моё тело — это как пузырёк было, и вот все тела пузырьками, все люди были телами пузырьками. And my body was perceived like a bubble, and all other bodies were perceived like another bubbles. И это находилось в каждом, и во мне, и в каждом, и мы находились в этом. And that was perceiving everything and everybody, all of us. Where in that? Я попробовала вернуться к практике йоговской, а уже ничего не получалось. Это было как рисование на воде. And after that moment, after that recognition, I tried to go back to the practice I was practicing, but I couldn't do anything. А потом... It was futile to do something. А потом вернулась эго. But then the mind or ego came back. И сказала, как так? Почему бездна такая темная, беспросветная бездна? Я же хочу светом быть. And the ego said, how is it possible that looks like the abyss? That looks like something dark, deep, deep dark. And because I want light, I want something light. Такое эго, которое я хочу красного, но чтобы оно и синим было. So you know, these words of the ego was like, okay, I want something red, but I want this red to be blue. Cesar, помоги освободиться от этого эго. Cesar, help me please to get rid of that ego, of this mind. Who brought this? Sweet. А кто это принёс? Так приятно. Is anybody from the embassy here? Есть кто-нибудь из посольства? Официальный представитель.
Yeah. What is the ego? А что такое эго? You believe in to be something, someone. Когда ты веришь, что ты это кто-то. Ego is identified existence. Эго — это отождествленное существование. Это отождествление с чем-либо? Или? Do you mean identification with something? Yes. Да. Creates a someone. Отождествление с чем-то и создает этого некто. Впечатление, что есть некто. The someone is not the, see, the personality is not the problem. Проблема не в личности, не в том, что есть какие-то качества, какая-то личность. Personality remains even after awakening. Потому что личность остается даже после пробуждения. What disappears is the person. Что исчезает, так это личность как некто отдельный. So personality is expression, is manifestation, is I don't know. Expression is a form of expression. То есть остается личность просто как некая форма выражения. Даже не знаю, как это лучше объяснить. Qualities, characteristics, temperament. То есть какие-то качества, какие-то характеристики, какие-то свойства, они остаются все равно. See, but whose expressions are these? Но вопрос в том, а чьи же это качества, чьи же это характеристики? Whose body is this? Whose thoughts are these? Whose life is this? Чье это тело, чьи это мысли и чья это жизнь, кто ее живет? Тело пузырек всего лишь. Пузырек в этом океане. A body is just a bubble in this ocean. Yes. Да. Когда мне бывает очень-очень трудно, yeah. That's very romantic, that's very poetic. Это очень поэтично, то, что вы сказали. That's true, it's a bubble in the ocean. Yeah. Ну, это правда, что тело — это действительно пузырек в океане. Is it separate from the ocean? Но является, находится ли этот пузырек отдельно от океана? Is the ocean doing the wave, the wave doing the ocean, or the whole thing is just water? То есть так ли это, что океан создает волны, или волны создают океан, или все вместе является просто водой? Я в этом, а это во мне все едино. I'm in this and that. I'm in that and that is inside me. Everything is united. No, there is no Everything me. Everything is no, one. Hold on a second. This is here is the trap. Нет, подождите-ка минуточку. Вот здесь как раз ловушка, There is nothing inside me because there is no me. Нельзя так сказать что-то во мне, потому что меня нет. Это бездна. Me, а? It is the abyss. The abyss doesn't say anything. Бездна ничего не говорит. The body doesn't say anything either. Тело тоже ничего не говорит. Who is saying so? А кто это все говорит? Have a look. Посмотрите сейчас. Эго, наверное. Probably it is ego. No, no, probably no. Let's have a look. Наверное, не проходит. Вы посмотрите. Otherwise, we're gonna intellectualize here for 3 days. В противном случае мы здесь еще 3 дня будем отдаваться интеллектуальным размышлениям. You know what pamagiti says? Вы знаете, что означает слово помогите, help me? See, a bubble in the ocean. Помогите. Извините, вы знаете, кто говорит вот эти слова помогите? Как раз вот этот вот пузырек. It's a paradox. Sorry. It's a paradox. И в этом как раз парадокс. The ocean looking for help. Получается, что океан зовет, призывает, он хочет, чтобы ему помогли. Who is the I? Что такое я? Let's inquire, let's have a look. Кто этот я? Давайте вместе поисследуем, давайте вместе посмотрим. Оболочка это иллюзорная, которая... No, we are talking, we are not looking. Мы сейчас с вами все равно продолжаем разговаривать и See? Еще не начали смотреть. This is a silent thing. Вот это «посмотри», оно очень тихое. Who am I is not even the question, who am I. Кто я, на самом деле, это даже не вопрос. Это не так, что нужно спросить. It's not even who am I, who is this I. Это даже не так, кто я. Это что же это за я?
А что из себя представляет вот это я? Я вижу только эту живую бездну. Извините, вы можете поближе микрофон? Я вижу эту... Когда я спрашиваю, кто я вижу вот эту вот пустоту и полноту, эту бездну живую, пульсирующую бездну. When I'm asking who am I see this abyss, this alive and full and complete abyss. Okay, who is seeing the abyss? А кто видит эту бездну? Ум, наверное. Probably it is mind. Mind cannot see the abyss because mind disappears in the abyss. Ум не может видеть бездну, потому что он как раз исчезает в этой бездне. We're trying to clear this out. Сейчас мы как раз это и пытаемся выяснить. See, this is not an exam or a test or something. А то сейчас нужно кое-что для себя прояснить, этот самый вопрос, но мы не на экзамене. If the mind is I, если ум это и есть я, which is a thought, то есть мысль. And if that thought disappears, и если вот эта мысль как раз и исчезает. And the abyss apparently shows up. И, как кажется, появляется бездна. So if this disappears, а если одно исчезает, how can something that disappears recognize its own non-existence? Как что-то, что исчезло, может узнать, что его нет? Я вроде близко, и все равно не могу пробить это. Близко, но... It feels like I'm near, but still I cannot go through. Exactly, because the identity with the I thought is still there. Правильно, потому что все еще есть отождествление себя с этим я, то есть с мыслью. I is mind. Я это ум. That's all. This is what the mind is, a thought. Ничего больше. Ум это только мысли. A meaningless thought. Бессмысленные мысли. That when it's associated with the body means something. I am the body, but in reality means nothing. It's I. It's a sound. И когда эти мысли как бы связываются с телом, то кажется, что есть какой-то я, но на самом деле все равно мысли ничего не значат. And that's what the person is. Даже когда тебе кажется. And that's what the individual soul is. И именно вот этим является личность, является индивидуальная душа. If you look for it. Если ты попытаешься ее обнаружить, ее нащупать, if you see what is it, и если ты увидишь ее за то, чем она действительно является, it disappears. Она сразу исчезнет. So the person disappears. То есть личность исчезнет. The individual soul disappears. Индивидуальная душа исчезнет. The ego disappears. Эго исчезнет. Есть только это и ничего больше. There is only this, nothing else. Exactly. That's the answer to the question, who am I? No answer. Правильно, это и есть ответ на вопрос, кто я? Отсутствие ответа. You cannot find yourself. You will never find yourself. Ты не можешь найти себя, ты никогда не обнаружишь себя. You are this abyss. Ты являешься вот этой бездной. You are that. Ты есть это. You cannot be near. И ты не можешь близко подойти. Or far. Или ты не можешь далеко быть от этого. You are that itself. Потому что ты сама этим и являешься. That's your true nature. Это и есть твоя истинная природа. That's your reality. Это и есть твоя реальность. Я только чувствую, что оно колеблется вот во мне. Не колеблется, а движется. I feel that it is moving inside me. No, that's the whole point. You see, means now again means the body, and that is moving inside me. That's the whole trap. Вот смотри, вот в этом как раз и ловушка, потому что ты говоришь во мне получается в теле, но ты же это не тело. That's the whole. This is the last trap of the so-called search. Это и есть самое. Последняя ловушка, которая возникает на так называемом поиске. That I, Caesar, это ловушка в том, что якобы я, Цезарь, is experiencing the abyss. Переживаю, вижу вот эту бездну. It's exactly the other way around. А на самом деле все как раз наоборот. It's I, abyss, experiencing Caesar. Это я, бездна, переживаю, чувствую Цезаря. Playing Caesar, acting Caesar. Играю в этого Цезаря, выполняю роль Цезаря.
Enjoying Caesar, suffering Caesar. Наслаждаюсь Цезарем или страдаю через Цезаря. So Caesar is a spontaneous, effortless expression of the abyss, if you like to call it like that. То есть получается, что Цезарь — это просто некое спонтанное выражение вот этой бездны, которая происходит само по себе, без напряжения. When this is understood, you will not be any longer concerned about the behavior of the expression. И когда ты это четко понимаешь, то тебя уже перестает волновать то, как ведет себя то или другое выражение этой бездны. When Caesar is realized to be not separate from its source. Когда понимается, что Цезарь никогда отдельно и не находился от источника, откуда он проявляется, then Caesar is no longer a problem. Тогда Цезарь перестает представлять из себя проблему. But there is an identity with the body. Но все еще присутствует отождествление себя с телом. And apparently the body and the mind is experiencing the silence. И поэтому кажется, что это тело или ум переживают, чувствуют эту тишину. The body cannot experience anything because itself is an experience. Тело вообще ничего не может чувствовать или переживать, само, потому что тело само по себе — это некое переживание. The mind cannot experience anything because it is also an experience. И ум ничего не может испытывать, потому что он является еще одним переживанием. So the experiencer is also an experience. Получается, этот переживающий, то, что мы считаем переживающим, на самом деле сам является еще одним переживанием. Consciousness cannot experience anything because consciousness is also an experience. Сознание ничего не может переживать, потому что сознание, способность сознавать — это тоже еще один некий опыт. It's a functioning that allows you to perceive experiences, phenomena. Сознание — это просто некая функция, которая позволяет тебе воспринимать феномены, явления. But this ultimate observer, let's call it like that somehow. Но вот этот самый последний наблюдатель, ну, давайте его назовем наблюдатель сейчас. Cannot be perceived. Его нельзя увидеть. He cannot perceive itself. Он не может стать объектом восприятия, то есть не может увидеть сам себя. He can only be itself. Все, что он может, — это быть тем, кем он есть. That's a paradox. Вот такой парадокс. Because we want to experience that. А нам хочется пережить это. And then we create an object out of that. И мы таким образом создаем из этого какой-то объект. It's not an object. Но это же не объект. It is not a subject. Это даже не субъект. It is absolutely nothing. Это по сути вообще ничто. Все происходит. Просто жизнь происходит. Just happens. Life just happens. Yeah, but that's okay. But you don't look satisfied. You don't look. Doesn't look to me that this is really producing an impact in you. Да, это действительно так. Но если честно, вы не выглядите как вполне удовлетворенный, вполне расслабленный, что это действительно так. Да, ни один. Один человек сказал, что у меня очень препаративный голос и вообще слуха нету. И я с тех пор баджаны не могу солировать. Хочу петь баджаны, а не могу солировать. Какой-то стыд или сжатость появляется сразу. И я все забываю, все слова и все. It's true. One person once told me that I have a very nasty voice. And since then I cannot perform bhajans. I cannot be bhajan leader anymore. And however I try, I cannot. And when I'm trying to perform bhajans, I feel ashamed and so on. Who I feel embarrassed. See, there's an identity with the voice. А кто, у кого этот стыд появляется? Your voice is just your voice. It's just the way it is. А у вас произошло отождествление себя со своим голосом. Но ваш голос, он просто ваш голос, такой, как он есть, ничего больше. Good or bad, I don't know. Хороший это голос или плохой, я не знаю. But the spiritual ego comes and says, no, your voice is not good enough. Оно появляется духовное эго и говорит, ну, у тебя недостаточно красивый голос. I got a fax, I got a SMS from God saying that. Мне Бог смс-ку прислал, что голос у тебя недостаточно красивый. He doesn't like your voice. Не нравится Богу твой голос. So that you have to sit at the back, you cannot be leader. Поэтому больше ты не можешь быть баджан-лидером, сиди в заднем ряду. Не высовывайся. These are God's secretaries.
Такой вот человек, получается, секретарь Бога. The messengers of God. Посланник Бога. Yes. Spiritual nonsense. Это же духовная чушь. Religious absurdity. Такой духовный абсурд. I wonder if a bird has an issue with his voice, its voice. Мне всегда было интересно, а возникают ли у птиц проблемы с тем, какой у них голос, как они поют? Or if a cat finds itself pedantic when it is in season and. Или думает ли что-то о себе такое критичное кот в этот в марте, когда он там кричит вовсю? The only one that has issue with the way they are humans. Единственное, у кого возникает проблема с тем, какие они есть, это люди. Actually, human is an issue in existence. Вообще сам человек превратился в какую-то проблему в самом существовании. There's nothing more complex than a human being. Нет никого и ничего более сложного, чем человеческое существо. I can't figure them out. Я, допустим, сам не могу понять людей. Sometimes they are like this, sometimes they are like that. Иногда такие, иногда всякие. One day they love you, the next day they hate you. Сегодня они тебя любят, завтра они тебя ненавидят. One day they help you, the next day they stab you. Сегодня они тебе помогают, завтра они по тебе топчутся. One day you are the most beautiful being on the planet, next day you are just a monster. Сегодня ты для них самый просто воплощение красоты на всей земле, а завтра ты для них превращаешься в какое-то чудовище. Your voice is your voice. Твой голос — это просто твой голос. It's not good, it's not bad, it's just your voice. Он и не хороший, и не плохой, он всего лишь твой голос. And somebody says, your voice sucks, you know, you know. Ну, а если кто-то и говорит, что, ну, плохой у тебя голос. And then you have an identity with your voice. Тогда у тебя может появиться отождествление See? Себя your со своим голосом. Нехороший у меня Therefore, голос. I am not good. У меня плохой голос, значит, я плохая. And that's a person, that's an idea. Can you see that? Вот это и есть личность. Yeah. Это идея. And the idea of yourself can be either positive or negative. Вот эта идея или представление о себе, оно может быть или положительным, или отрицательным, негативным. Still is an image of yourself. Но все равно это будет только образ, какой-то картинка тебя о себе. I am an instrument of God. Допустим, у тебя будет такое представление: я инструмент Божий. Big deal. Who isn't? Ну. Что тут в этом такого? А кто не является этим инструментом? Ты инструмент, а все остальные нет? I am an expression of the absolute. What isn't? Я — это выражение Абсолюта. А что, все остальное — это не выражение Абсолюта? So the ego has the monopoly of the whole thing. Получается, эго хочет владеть монополией на все. He's running God business. It's running God business. What is God business? God. Okay. Эго пытается управлять божественным делом, всем этим божественным бизнесом. Is this flag Venezuelan or Russian? Вот этот флаг, скажите, это флаг Венесуэлы или России? You tell me, because I'm confused. Вот скажите мне, потому что я сам запутался. Чего-то представление просто. Is it even a flag? Это вообще флаг? Бумажка на палочке. Бумажка на палочке. It's a paper on a stick. The paper doesn't say I'm a paper on the stick. Бумажка не говорит, что это я бумажка на палочке. This doesn't say anything. Вот эта штучка ничего не говорит. This simply is. Вот это просто есть. As it is. Такое, какое оно есть. And even that is noise. И даже вот эти слова — это уже шум. Even what I said means nothing. То, что я сейчас сказал, ничего не значит. Are you following what I'm trying to say? Понимаете, что я пытаюсь передать? Поняла. I understood. This one was communist. Вот этот вот был коммунистом. This one was capitalist. Вот этот был капиталистом. Now this is becoming communist and this is already capitalist. Сейчас наоборот. Вот та обратная сторона превращается в нечто коммунистическое, а вот это уже превратилось в капиталистическое. Can you believe that? Представляете? Двойственность. See, all in one flag. И все, вот это вот на одном флаге.
All in one existence. Все в одном существовании. Everything happened in the same place at the same time. Все происходит в одном месте, в одно и то же время. In no time, which is now. Now is no time. Даже ни в какое не время. Оно происходит сейчас, а сейчас это не время. So if you use words to point to something. Поэтому, если мы используем слова, чтобы на что-то указать, because this sound called words is to point to something that is already there or to express yourself. Потому что как раз для того и существует этот звук, все эти разные звуки, которые мы называем словами, они для того, чтобы указывать на что-то, что уже было проявлено. But if it becomes an idea, но когда некий звук превращается в идею, then we have a problem. Вот тогда у нас появляется проблема. Good, bad, right, wrong, this and that. Хорошее, плохое, правильное, неправильное, такое, не такое. Your voice can be annoying. Ну, твой голос действительно может быть раздражительным. That doesn't mean that it is bad. Извините, раздражающим, но это не значит, что он плохой. It's just annoying. Ну, просто такой раздражающий голос. I have seen you, your voice can be. I'm not saying that it is. Я не говорю, что ваш голос такой, я говорю, так может. Это без разницы. It doesn't matter. Exactly, it doesn't really matter. Правильно, на самом деле без разницы. Вчера Цезарь сказал, что вот теперь вы все знаете и можете по домам идти и дома сидеть и отдыхать, праздновать выходной. Ну, раз вы все знаете, столько знаний вам дают тут, и вы можете праздновать выходной дома. Но я хотела сказать Цезарю, что это не совсем так, потому что важно очень живое общение этих разных. Информации сейчас очень много, и в интернете, и в книгах очень много информации, но вот важно это живое общение. Yesterday Caesar said that the knowledge was already given and now everybody can go home and relax and enjoy the weekend, but like it's you said that everything is about knowledge, information, but I wanted to tell you that it's not really like that, because the most important thing it's to have a live conversation, live experience of, you know, being somebody like you, because now we can have lots of information, lots of knowledge nowadays, but this thing, just, you know, to stay in your presence, it is something. My presence, whose presence is here? В присутствии кого? Чье это вообще присутствие? Who is present here? Здесь что, кто-то присутствует? Is Caesar present here? Здесь Цезарь присутствует? Who's present here? Who is here? That's the whole point of being here. Чье это присутствие? Здесь что, есть кто-то? Who is doing this? Кто вот это делает? Вот этим вопросом и как раз и сводится присутствие здесь. Caesar is doing this? Это что, Цезарь вот это делает? Caesar cannot move by itself. Цезарь сам по себе не может двигаться. Can a wave move by itself? Волна, она может двигаться Цезарь, сама по себе. Цезарь хорошо проявляет вот это вот. Caesar is expressing that in a very good way. Caesar is an expression. Цезарь сам это проявление. Ну это еще лучше. The expression. It's even better. What you said is even better. No, you see, this is what I'm trying to say. At the beginning I say that all this is very romantic. Ну, именно об этом я вам говорил с самого начала. Все это очень поэтично. And as long as our romantic relationship carries on, you will not get benefit of this conversation. Ну, понимаете, пока между нами будет присутствовать это возвышенное, такое поэтичное, романтичное отношение, вам никакой пользы от меня не будет. As long as we don't get rid of this spiritual way of speak, We'll never gonna understand this. Пока мы не избавимся, пока мы не отставим в сторону вот эти вот духовные обороты, духовные высказывания, не придет настоящего понимания, о чем все это. See? А как? It's really poetic. Oh, everything just happens, and you see the absolute, and all this is a spiritual talk. This is spiritual vocabulary. Но это все уже какой-то духовный набор слов, какие-то духовные термины.
Все само собой происходит. Это все выражение абсолюта. There's nothing spiritual about this event called satsang. Понимаете, в этом мероприятии под названием сатсанг на самом деле нету ни йоты духовного. There's nothing special about this event. И в этом мероприятии нет абсолютно ничего особенного. This is a moment of observation. Это все только некие моменты непосредственного наблюдения. It's a moment of consciousness, of awareness. А это момент осознавания. Of being aware. Когда ты только осознаешь. Of being just conscious of what happens. Осознаешь происходящее. It's a moment of clarity. То есть момент ясности. And in a moment of clarity, there is no romanticism. А в момент ясности, в этом моменте ясного воспринимания нет ничего романтичного. There is no story. Нет истории. There is no everything is one, and there is no duality. Not even that is there in the real moment of realization of truth. А когда происходит настоящий момент осознания истины, даже не появляются эти слова: «О, все едино». And the moment of realization of truth, there is nothing. В момент осознания истины вообще ничего нет. The whole paraphernalia comes later. Вся эта мишура, все эти навороты, они появляются позже. The whole decoration comes later. Все эти украшения по поводу истины, они появляются позже. The fireworks comes later. Все эти салюты, фейерверки. But in the moment of truth, в момент истины, it's just, one can say, perhaps this a tender nothing. Самое большее, что можно сказать, присутствует такое очень нежное ничего. Я это чувствую. Like your eyes go like this. Like. И твои глаза могут даже так немножко, как бы, ты так хлопаешь глазами. And that's it. Ничего больше. The rest comes later. А все остальное приходит попозже. I am the absolute, I am the one reality. Я абсолют, я и есть реальность. I am immortal, I am beginningless, endless. Я бессмертен, я не имею ни начала, я не имею ни конца. I am Shiva, the absolute Brahman. Шива — это я, Брахман — это я. I am indestructible. Я неразрушим. See, I am beginningless, endless. Нет ни начала, ни конца. See, there is a book called Ribhu Gita. It goes on like this, like this, like this for ages. Это есть такая книжка Рибху Гита, и вот там именно все стихи, они именно вот так вот и выглядят. Я и это, и это, и это. Which is okay. Ну, в этом ничего такого нет. For some time. Ну, то есть, когда такие слова происходят, из понимания, это тоже нормально, но даже это длится какое-то время. Eventually you get even tired of that. В конце концов, тебе и это надоест. See? You will annoy yourself with your own thoughts about you being so immortal and endless and beginningless and wonderful. Тебя самого начнут раздражать свои же мысли о том, какой ты безначальный, бесконечный, бессмертный. Annoying yourself and other people also. И тебя будут эти мысли раздражать, и всех остальных. Because I am the absolute reality. There is no duality and all that stuff. Вот эти ты даже можешь говорить: я это абсолют, нету двойственности, нет раздвоения. It's part of the game. It's called recognition. Ну, я как бы признаю, что это действительно так происходит. Это часть игры. А вот когда ты это словами выражаешь, это просто, ну, как бы естественное проявление твоего понимания, твоего постижения. With come with a good doses of ecstasy and... Это озарение, постижение или осознание, оно действительно приходит с такой своеобразной дозой экстаза. But that eventually stops. Но даже это в конце концов прекращается. And then you get your shoes and your jeans and your t-shirts and your cap and you go back to the ordinariness of your life. И ты одеваешь всю ту же обувь, все те же джинсы, футболку, кепку, если носишь, и возвращаешься к совершенно обычной жизни. You go back to the enjoyment of the simplicity of this limited wonderful existence. Ты возвращаешься к каким-то естественным, простым удовольствиям, которые предлагает обычное существование в этом теле. Having a coffee with anyone, talking about anything.
Пьешь с кем-то кофе, разговариваешь о чем-нибудь, общаешься. Without any, with no rhyme, no reason, it just happens. И за всем этим не стоит уже какие-то причины, какие-то желания, просто что-то происходит. There's nothing extraordinary about this. И в такой жизни уже нет ничего особенного, ничего выдающегося. The extraordinariness is a result of this, it's a recognition of truth. La la la, oh my God, this is wonderful. Ну, вот это вот нечто экстраординарное, что происходит, оно действительно бывает. Вот этот вот экстаз после постижения истины, когда ты ликуешь, да, вот так, это оно и есть, тра-ля-ля. Can I tell you what? 90% of the people that get awakened get lost in the awakening. Но я хотел бы вам кое-что поведать, что 90% людей, которые испытывают пробуждение, они в самом пробуждении теряются. I was one of them. А я был одним из них. Lost in my enlightenment. Потерял себя опять в своем просветлении. Mm-hmm. Я тоже хочу потерять себя. Because then you develop a new identity. Потому что когда происходит пробуждение, ты можешь потеряться в новом отождествлении, в новой форме отождествления. An enlightened being. Я просветленный. That's the worst form of identity that you can ever experience and the most difficult to get rid of. Это самая ужасная форма отождествления, которую можно переживать. И самое сложное, чтобы от нее избавиться. Because it's so sweet. Почему? Потому что эта форма отождествления, я просветленный, она очень приятная, она очень милая. Oh, and people worship you. И люди начинают тебе поклоняться. See, and you get Napoleon cakes for free, and они you get coffee for free, and then... Ты на шару получаешь наполеоны, кофе, капучино. Invitations here and there for free. And приглашают тебя и туда, и сюда, и все бесплатно. For free and обеды бесплатно. And touching your feet and и стоп твоих касаются. An altar for you and и алтарь для тебя появляется. It's very difficult to say no to that. Very tempting. И вы знаете, это действительно большое искушение. Очень сложно отказаться от такого. But you get tired of that also. Но даже от этого ты устаешь. Guys, leave my feet alone. Ребята, оставьте в покое мои бедные ноги. I can take care of them. Я сам могу о них позаботиться. Don't touch my feet. I didn't wash them this morning. Вообще не касайтесь, я их сегодня не мыл. You will not get grace. You will get just parasite. Никакой милости вы оттуда не получите. Одни бактерии. So the whole magic about the whole thing, but it has its momentum. It has its momentum. Why not? То есть вот это вот все вот эти вот ликования, навороты вокруг пробужденного, ну как бы что-то в этом есть, но до определенной степени. But it, as any other experience, see, it melts away. То есть нечто экстраординарное, такое вот это ликование, восторг, которое происходит после пробуждения, это действительно имеет место быть. So, как некая такая волна, но даже она растворяется, уходит. Recognition happens. То есть происходит осознание. And then immediately there is identity with what happens, and that creates a recognizer, the owner of the experience, the experiencer. И тут же появляется отождествление себя с этим осознанием, и появляется некто, кто заявляет: «Я понял, я осознал». Но это уже отождествление. И из-за такого отождествления опять теряется пробуждение. I know gurus that even came to this place and they enter the hall, they go to a separate room, they change, they wear something different, they go and speak, and they go out, they change again, and off they go. And the point is, because I don't get it. Are you asking what is the point? Yeah, I'm telling the story and asking the question. Я знаю таких учителей, которые приезжают в это место, заходят в отдельную комнату и меняют свою одежду. Выходят на сцену, потом после встречи обратно в эту комнату и обратно меняют одежду. И вот мой вопрос, зачем они это делают? It's like when the circus come to town. Понимаете, именно вот тогда получается, что цирк приехал в город. See, they put a tent, tan-tan-tan, prepare a show, finish the show, take the chair, earn your money, and off they go. Они, то есть, приезжает цирк, какой-то шатер ставит, стулья,
Потом это все складывает, в том числе ваши деньги, и уезжает. And then you have the ultimate experience. I was with an enlightened being, and then you carry an ego, which is based on association with another form. А у вас что с вами остается? Это вот такой вот некий супер опыт, что я был в присутствии просветленного, а это всего лишь отождествление себя с какой-то формой, с каким-то случаем. You may need guidance. И это эго. Вам действительно чаще всего нужно какое-то руководство. It's easier to wake up than carry on awake. На самом деле гораздо легче пробудиться, чем продолжать поддерживать вот это состояние тотального понимания, в чем суть. To wake up is easy. You just need somebody that does like this. То есть очнуться — это легко. Тебе просто нужен кто-то, кто похлопает тебя по щеке, и раз — ты очнулся. But to remain awake. Но оставаться пробужденным — see, normally. Обычно вот так происходит. And then you fall back into ignorance, which is in identity with any other form that is expressing itself in this moment. То есть ты впадаешь опять в неведение, а неведение — это отождествление себя с какой угодно формой, которая имеет место быть сейчас в проявленности. So I found that people need more assistance. I will not even call it guidance because that sounds too spiritual to me. They will need some kind of assistance, more assistance after awakening than before. И, то есть я обнаружил, что обычно после пробуждения людям необходимо гораздо больше поддержки, чем после. Даже не хочу называть это руководство, потому что все равно звучит слишком духовно. То есть после пробуждения нужно еще больше поддержки, еще больше подсказок. Because the mask that the mind is going to use after awakening are very subtle, more difficult to realize that they are already here, see, covering your reality. Потому что маски, которые будут появляться после пробуждения, они гораздо более тонкие, они гораздо менее заметны. И самому бывает очень сложно осознать, что у тебя вот какая-то маска, какое-то отождествление. I remember reading Ramana Maharshi was still is one of my favorite. I don't know how to call him. It's just beauty. Я помню, однажды я читал Рамана Махарши, который до сих пор является, наверное, одним из самых моих любимых. Ну, даже не знаю, как его назвать, но он для меня — это красота просто. And then you see all the decoration around. И ты читаешь, но ты можешь наблюдать, что вокруг него тоже было очень много наворотов, очень много лишнего наносного. Can you compare Bhagavan with any other guru? Типа там такие вопросы, типа, а вы можете сравнить Бхагавана, то есть Роману, с другими гуру? Okay. Nothing can compare with our Bhagavan. Как можно вообще сравнивать? Ничто, никто не может сравниться с нашим Бхагаваном. And Bhagavan didn't say any of that. При этом Бхагаван ничего такого сам не говорит. Bhagavan work was only a spiritual. Words. Work. Работа Бхагавана была только духовной. What is so spiritual about waking up 3 o'clock in the morning, wake up everybody, go to the kitchen, chop vegetables and prepare breakfast? Что было такого духовного в его жизни, если он поднимался в 3 часа утра, будил весь ашрам, вместе всеми готовил завтрак, там резал овощи, фрукты и так далее? For a whole bunch of people that you don't even know. For a whole bunch of people that you don't even know. И при этом он готовил завтрак вместе со всеми для толпы людей, которых он сам не знал. And at the end, and without even getting paid. See? И ему даже за это не платили. So why so spiritual about? See, all this decorated mind is there. You will not understand and realize the simplicity. То есть даже Рамана Махарши, его жизнь не была духовной, она была совершенно обычной жизнью. Он занимался обычными вещами. И суть в том, что когда твой ум очень любит украшать, очень любит приукрашивать и как-то восторженно воспринимать эту тему духовности, ты никогда не сможешь спуститься на землю и понять, насколько все это просто и обыденно. Когда я оказываюсь на этом ментальном рынке, я стараюсь вспомнить, кто я, и вижу эту пустоту, и тогда я только благодаря этому могу еще
жить. А что значит ментальный рынок? Ну, когда ум как осиное гнездо. What is this? Когда все мысли, мысли, мысли. Water with flavor of fruit. Можно еще раз сначала? Попроще. Когда я оказываюсь на этом ментальном рынке, когда ум с ума сходит, просто вообще с ума сходит, я вспоминаю вот это, то, что я видела внутри себя, вот эту пустоту, и я вспоминаю, что я и есть это, и тогда мне легче жить просто становится. When my thoughts are becoming crazy, when there is a whirl of my thoughts inside my head, immediately I remember this abyss, this what I saw inside me, and it becomes easier for me. When? When there are lots of thoughts in my head, when I notice them, I remember about this abyss, and like I come down or something. What is your point? What are you trying to convey? I don't get it. Можете... Honestly, with all due respect, I'm trying to figure out what are we doing. Я не понимаю, о чем вы. Я просто, если честно, тоже не... Одному гуру я задала этот же вопрос. А он сказал, ты, наверное, заболела. Занимайся практикой. А мне совсем неохота заниматься никакими практиками больше. I don't understand. I mean, it's not connected. If I translate you, I... That's what I'm trying to say. I'm confused. I'm looking at you and I'm getting dizzy. Еще раз. Однажды... I'm trying to figure you out, but I can't. То есть, если есть какой-то болезненный вопрос, какая-то проблема, я не знаю, вы можете еще раз ее выразить, потому что при переводе получается, что мы говорим ни о чем. Цезарь пытается как бы понять, что ли, чем вам можно помочь. The only thing I can... Он говорит, что уже сам запутался в том, о чем мы здесь говорим. The only thing that I can see, which is very obvious for me. То есть, понимаете, единственное, что я сейчас могу ясно видеть. Is that your behavior now, your actions? Вот что ваше поведение, ваши жесты. I psychologically conditioned deeply by spirituality. Они очень сильно обусловлены духовностью. Это такое очень духовное поведение. Эго, не эго, не эго. Is no ego. It's not ego. Или эго. Is yes. It ego? Yes, yes, yes. Это эго. Yes, because there is an identity with it. There is a me in it. That's это myself. Эго, потому что есть отождествление себя с вот таким поведением. Вот я такая. And я when, вот так выражаюсь. And when somebody is saturated, I would say polluted with religious and spiritual conditioning. И понимаете, когда человек полностью пропитан духовностью, я бы не пропитан, а испорчен духовностью. There is no other form of expression that they can come into existence. It's limited, contracted to this particular form. То человек полностью ограничен вот этой вот идентичностью. Я духовный, и никакое ничто другое не может уже проявиться через него. Он не может себя вести по-другому, только духовно. Even if you burp by accident, you will feel bad. What is burp? Burp, when you burp. Даже если отрыжка нечаянно произойдет у вас, ну, не у вас, у такого духовного человека, он тут же себя почувствует очень так смущенно. Sense of guilt will come, or whatever. Он почувствует себя виноватым. Как это отрыжка у меня? That's the whole point of this talk, guys, honestly. Ну, если честно, на самом деле, к вот такому и сводятся наши встречи. Is to see how much we think about ourselves depending upon the activities of the body, good, bad, right, wrong, moral, immoral, acceptable, unacceptable. Увидеть наконец-то, насколько сильно мы воспринимаем себя за действия нашего тела, насколько сильно мы зависим от действия, от реакции нашего тела. Что-то происходит как бы через тело, и мы начинаем думать, я плохая, я хорошая, я правильная, я неправильная. Но у меня есть шанс еще освободиться от этого. Do I have a chance to get rid of that? Oh yeah, everybody has a chance. Конечно, у всех есть шанс. Спасибо, Цезарь. Thank you.
Другие пусть еще задают тогда вопросы. Is awakening means something? Если пробуждение значит что-то, it is the dissolution of any form of identification. Это растворение всех форм отождествления. No passport. Когда нет паспорта. See, no ID card. Нету никакой, как это мы называем? No migration department. Идентификационной карточки. See? None of that. Нет ничего, что тебя определяет. Нет ничего, что указывает, какой ты. Here is another trap. И здесь есть еще одна ловушка. In the spiritual world. В этом духовном мире. It's in fashion to speak about regaining your identity with the absolute. Сейчас очень модно говорить о том, чтобы вернуть свою идентичность с абсолютом. Regaining your identity with God. Вернуть свое единство с Господом. Regaining your identity with awareness. Возвратить себе единство с сознанием. I'm afraid that that's not true. Но я боюсь сказать, что все это неправда. It's not to regain, no, it's not to remove an identity with the body and then regain an identity with awareness. То есть это не так, что устраняются все отождествления с формой, с телом, и возвращается идентичность и единство с сознанием. This is called body. Вот это называется тело. And the emptiness and the nothingness is called that. И темнота, пустота, ничто иногда называется словом то. It's not that to lose your identity with the body and to lose your identity with this and regain your identity with that. То есть это не так, что ты теряешь отождествление с этим и восстанавливаешь отождествление с тем. Because I am that. Потому что я это то. Only that? Ты что, только то? And what are you going to do with what you think also you are not? А что ты теперь будешь делать со всем, что ты думаешь, это не ты? So, I am this. Я это. No, I am that. Нет, я не это, я то. No, I am this and that. Нет, я и то, и это. You will get dizzy. И в конце концов ты уже, у тебя голова so, кружится. Moving from here to there. Потому что ты, будет такое время, когда ты будешь то тут, то там, то тут, то там. And when you really get tired of that, и когда ты устанешь даже от этого, and then you know what the truth is. Тогда ты поймешь, в чем истина. It's neither this nor that. Истина и не в том, и не в этом. Я есть это все. I am, that's all. Oh, that sounds very good, not my blood. Очень красиво звучит. Certificate. Поздравляю. Enlightenment, next in line. Вот вам диплом, вы просветлели, следующий. Я все-таки надеюсь освободиться от этого духовного. Still I have a hope to get rid of this spiritual stuff. Yes, of course. Да-да. Спасибо. Spirituality doesn't make you vulnerable, by the way. Кстати, духовность, она не делает вас уязвимым. It makes you terribly vulnerable. Она на самом деле делает вас ужасно уязвимым. Terribly vulnerable. It doesn't make you bulletproof. То есть духовность не сделает вас таким пуленепробиваемым. On the contrary, allows you to see what the bullet is doing, what is happening. Наоборот, когда духовность происходит в истинном понимании, у тебя появляется способность быть по-настоящему затрагиваем этими пулями и истинно чувствовать все, что ты чувствуешь. Makes you more real. То есть духовность, наоборот, делает тебя более настоящим, more human. Более человечным. Not superhuman. То есть она не делает из тебя суперчеловека, она делает из тебя просто человека. Okay. Спасибо тебе, Цезарь. Ну еще вот ребята ждут. Okay. Thank you, Caesar. There are other guys waiting here. Yeah. That's it. Thank you.
called spiritual diplomacy. Духовная вежливость. Thank you anyway. Все равно спасибо. You know, like diplomatics, that they hate each other, but they shake hands and they smile to each other, and everything is okay. Знаете, такая дипломатичность бывает, когда люди друг друга ненавидят, но вместе с тем с улыбочками пожимают друг другу руки, вежливо прощаются. They feel uncomfortable, but they pretend to be okay with you, and after the meeting finishes, they go each other go to somewhere to design the next bomb to protect from each other or to attack each other. Тогда, то есть они на самом деле им неприятно, они испытывают дискомфорт, но они очень вежливо прощаются, потом расходятся и разъезжаются и начинают готовить какие-то действия друг против друга, то ли там вооруженные, то ли еще какие-то, какую-то там скрытую бомбу готовят. Вот такая вот обычно у нас дипломатичность или вежливость. А можно говорить микрофон, пожалуйста? У меня такой вопрос. Я очень боюсь умереть. То есть вот страх смерти. Since I have a question, I have страх потери сознания. A huge fear of death. Потому что and I'm afraid to lose consciousness. Во шраме Уша, там как бы сущая, но настолько ко мне относится с любовью и все дает, и вот как только подходит момент того, что ты это все ощущаешь, возникает такая паника ужасная, просто ну на четвереньках оттуда выбегаешь, выползаешь. А кто дает? Ну вот что-то дает, то есть в момент исчезновения себя, вот это вот все. Mm-hmm. Все это происходит, но очень страшно. I've been to Osho Ashram, and the thing is that when I'm there, something really is going to happen. It is like the moment of disappearing of myself, and immediately I feel panic, and I cannot. And I start. I'm trying to stop this experience, and my feeling is like I want to run away on my knees from that place as soon as this real experience is coming. You will. It's what you call yourself will disappear. То есть вы говорите о том опыте, когда должно исчезнуть то, что вы называете собою. Yourself. Да, вот сознание. И вот недавно тоже так же. Yes, consciousness. Сознание вот смывается, и мне становится страшно, я знаю, откуда это идет. Возможно, вот в родах там мама умирала, и она боялась умирать. Она держалась за жизнь, и это мне передалось. И вот это вот я этого боюсь. So what is happening with me in that moment, consciousness is removed, and then I'm starting to be afraid, and I know probably the root is that when my mom, she was given a birth to me, she was very much afraid to die, and that's why now I have this fear. My question is, are you afraid of going to sleep? Я хочу вас спросить, а вы боитесь засыпать? No. Sleep is the experience of death. А на самом деле состояние death. Сна это то же самое, это точно так же, как и когда тебя нет, когда ты умер. And everybody prepares the coffin every night and making so comfortable so they can die properly. И каждый из нас на самом деле каждый вечер очень так прекрасно готовит этот так называемый гроб, чтобы там умереть на какое-то время. Ну это я знаю, но все равно вот эту панику я не могу убрать в себе. Я вас не слышу. Я говорю, вот это я знаю, я это уже слышала не от вас первого, но вот эту вот панику, когда это вот подходит, да, если подходит среди бела дня, вроде здоров, счастлив, и вдруг только так вот сознание уходит куда-то, становится очень страшно, и начинаешь вот искать ориентиры, где бы приземлиться. I know this. I have heard about this, but my question is about panic. It's huge fear is coming as soon as in real life same experience is going to happen, and immediately I want to like to grasp on something. I want to grasp a cigarette or something. Your fear is the fear to lose your identity with the body and the mind. You're afraid to lose your ego, your sense of separate existence. Это страх, это на самом деле это страх потерять это привычное отождествление себя с телом, с умом. То есть вы боитесь потерять на самом деле эго.
А эго – это и есть чувство разделения. Тогда надо что-то приобрести, чтобы не бояться. So I need to get something in order to not experience this fear. No. Нет, не нужно ничего приобретать. You have to experience the fear. Вам нужно пройти через этот страх. Until it disappears. И нужно его, нужно пробояться до тех пор, пока страх не исчезнет. You have to be conscious of that with what you are identifying with until it disappears. То есть вам нужно осознавать то, с чем присутствует отождествление, пока это отождествление не исчезнет. It's funny because I heard enlightened beings that you ask them, why do you smoke? What do you drink? Oh, because I have to get something here, otherwise I will disappear from this planet. What a load of rubbish. I didn't hear last phrase. Sorry. I heard many enlightened beings that they say that they have to keep some desires, otherwise they will not any longer stay on the planet. Я очень часто слышал, что некоторые просветленные говорят, что им нужно все еще следовать и выполнять некие желания, иначе они совсем исчезнут с этой планеты. As its form is coming out of existence because of any desire just happens. Как будто бы форма, она имеет существование только если есть желание. Как будто бы для того, чтобы существовать, нужны желания. In reality, it never came into existence. It's always there. You may be conscious of it or not. But... You mean forms? На самом деле, все эти формы, весь этот мир, он никогда не появлялся и никогда не исчезал. Это всегда присутствует здесь. So, единственное, что приходит и уходит, это осознавание этого. My advice is, поэтому я вам посоветую, when you are about to lose body consciousness, когда вот вы вот-вот потеряете телесное сознание, and the fear comes, и подступает этот страх, which is mind-made, а этот страх, он от ума. Let it come, the fear. Разрешите этому страху овладеть вами. Sit down, relax, and feel the fear. Сядьте поудобнее, расслабьтесь и побойтесь. Enjoy the fear. Попытайтесь понаслаждаться этим страхом. Experience the fear. Бойтесь. And the fear will disappear. И страх исчезнет. In the tenderness of the light that is illuminating the fear. В нежности этого света осознавания, который видит, который воспринимает этот страх. Which is consciousness. А это есть, то есть это сознание. It's the light of consciousness, the fire of consciousness, the power of consciousness, which is going to destroy the conditioning. Это как раз свет сознания, сила сознания, и это единственное, что может разрушить обусловленность. If you are walking and you lose body consciousness, don't worry, before you hit the ground, you will not be there, you will not feel a thing. Или, и допустим, если вы будете в это время передвигаться, и вот-вот вы потеряете телесное сознание, вам тоже не о чем беспокоиться, потому что перед тем, как тело упадет, уже пропадет кто-то, кому будет больно, вы все равно ничего не почувствуете. Ну какая разница, пропало телесное сознание или нет? If you lose body consciousness, fantastic, no problem. Даже если нет телесного сознания, все прекрасно, все равно. Ну нет его. Ну и что? You are not losing yourself. Потому что все равно себя же вы не теряете. You are losing what you are identifying with. Вы единственное, что теряется, уходит, это нечто, с чем вы себя отождествляли. What is yourself now? Где вы сейчас? Где ваше я? Окей, поняли. Ой, чуть-чуть. Thank you. Извините, а если вы хотите присесть, здесь есть места свободные, можете за сценой пройти. It's amazing because the whole egoic structure will disappear due to this, I will call it loving, embracing observation. Знаете, самое удивительное, что
все это эгоистичное строение, вся эта структура в конце концов исчезнет всего лишь за счет этого очень нежного наблюдения. Это всего лишь некое наблюдение. И оно очень тонкое, очень нежное. In the innocence of this kind of scene. За счет вот такого очень наивного видения. Я не тело. I'm not a body. I'm not the body. Не ум. I'm not the mind. Не чувства. I'm not my feelings. А кто? Then who am I? Или что? Or what am I? That which is conscious of the body and the mind and the feelings. Ты это то, что чувствует, что осознает тело, ум и чувства. You are the one that is asking the question. Ты то, что сейчас задает вопрос. You are that from where the question, which is a thought, which is the mind, is coming from. Ты то, откуда исходит вопрос, а вопрос — это ум или мысли. Ты источник мыслей. Dullness or stupidity. Mm-mm. That is seen. Вот оно видит. Who sees the dullness? Извините, это ты сейчас это воспринимаешь, ты это видишь. А кто это такой, кто чувствует тупость? There is dullness. Вот смотри, есть ощущение тупости. There is seen, which is consciousness of dullness. Есть тупость, есть видение, то есть осознавание тупости. To this. Shift your attention. То есть сейчас осознавание, внимание вот на тупости. Bring your consciousness. А ты переведи внимание. From dullness. Переведи. To the one that is conscious of dullness, and then you know who you are. Сознание пусть сознает не тупость, а то, что осознает эту тупость. Ничего нет. There is nothing. You are that. Вы и есть ничего. In essence. По сути. Но потом опять приходит что-то. But then something coming again. Something is coming again. No problem. Ничего страшного. Это неприятно. But it's not pleasant. No problem. Ничего страшного. Look at that nothing again. А вы обратно переворачиваете, обращаете внимание на ничто. And see if that nothing has any problem with anything. И попробуйте посмотреть, вот это ничто создает ли для него проблему что-то. Все, что есть. Mm-mm. Yeah. The world is still like very chaotic. Мир остается все в том же хаосе. See if that has any problem with anything. А вот у того это ничто. Есть, представляет ли для него этот хаос какую-то проблему? Or anyone. Yeah. Кто-то или что-то делает, влияет как-то на это ничто. So what comes back and it is unpleasant is mental activity, conceptual mental activity. То есть на самом деле единственное, что возвращается, и единственное, что неприятно, это умственная деятельность. It's an idea, yes. An idea that comes back. То есть возвращается некая идея. And takes possession of the body. This body is mine, and this is me. Эта идея владеет телом и появляется. Это мое тело. Я это тело. Что делать? What to do? You leave it alone. Оставьте тело как есть. And you have в покое. You have to be conscious of that.
просто осознавать. А мысли? That you mean nothing, says. That just be conscious of that what. Of this feeling in the body. Оставьте тело как есть, просто осознавайте некое очередное ощущение в теле. What you call unpleasantness? То, что вот вы сказали, нечто неприятное. No. Прямо сейчас. Осознаю, это неприятно, но сейчас. Это вопрос или утверждение? Нет, это утверждение. I am aware of this. There is something unpleasant, and I am aware of this. Okay, let it be. Хорошо, пусть будет. Do nothing about it. Ничего не делайте с этим неприятным. Just be conscious of it. Просто осознавайте его. And see what happens. И посмотрите, что потом произойдет. Все. Wait. Подождите, не спешите. Оно есть. It is. It is. What? Что оно? Что-то есть неприятное, наверное. Something is there. Something unpleasant. Okay, let it be there. Ну пусть будет там. Разрешите ему быть. Допустите это ощущение. Be patient. Немножечко терпения. You are doing this expecting to for it to disappear. Вы сейчас это делаете и ожидаете, что это нечто неприятное исчезнет. Да. Exactly. Yes. Forget even that. Забудьте об этом. Не думайте о том, что оно может исчезнуть. Не думайте о том, что оно неприятное. Просто позвольте себе испытывать неприятность, такую неприятную, какая она есть. What is it now? Что сейчас? It's gone. Чё? Ушло? Не знаю. I don't know. I don't know means it's not there. Я не знаю, значит, что нет его. It's gone. Ушло. Всё? Is that it? Wait. Slowly. Давайте потихонечку. It's шаг gone. За шагом. It's gone. Ушло. Why? Не чувствуется больше. Why is gone? Почему ушло? Как так произошло, что оно ушло? Because your identity with it, which is what is keeping it, was not there. Потому что отождествление с этим пропало, а это неприятное чувство как раз и удерживало с этим отождествлением. Когда вы думали, что я это. This is unpleasantness. Вот это, допустим, что-то неприятное. Your identity with it keeps it there. И ваше отождествление себя с неприятным и удерживает это неприятное. When you remove your identity with it, когда вы устраняете отождествление с неприятным, it has no ground to stay. У него нет уже почвы под ногами. And it collapses. И оно уничтожается. Рушится. And then you feel so happy. И вы себя чувствуете очень даже счастливо. Smile shows up. Улыбаетесь. Sense of freedom shows up. Какое-то ощущение свободы, легкости появляется. You are just conscious. И вы просто осознаете ничего больше. Experiencing your true nature. Испытывая, переживая свою истинную природу. Which is to be okay. А истинная природа — это когда все хорошо. Когда все в порядке. Thank you.
знаю, все в порядке или нет. I don't know if everything okay or not. Exactly. That's even better. Вот-вот, это оно и есть. When you are conscious, you don't even know what is okay and what is not okay. Когда ты только осознаешь, ты даже не знаешь, хорошо что-то или плохо что-то. When you are just conscious, you don't know anything. Когда просто присутствует осознавание. Because when you нету такого, что ты знаешь о чем-то. Because when you are conscious or aware, there is no sense of separation between you and what you are conscious of. There is no subject, there is no object. Потому что когда имеет место просто осознавание, то нету ощущения я и то, что я осознаю. Не возникает ощущения субъект и объект. То есть нет этого чувства разделения. Now you are dead. Вот сейчас ты мертва. I hope that you don't resurrect. Надеюсь, ты не воскреснешь. Not even the third day or the fourth day. No? Даже на девятый день или на третий. Not even after the third day. I will... И на сороковой тоже. Rest in peace now. Починь с миром. Отныне и во веки веков. But your consciousness is full of memory. Но дело в том, что в сознании находится очень много воспоминаний. Pleasant and unpleasant. Приятных и неприятных. See, so this is a what you experienced just now is the there is a name for that, a funny name called enlightenment. То, что вы только что пережили, есть такое своеобразное имя для этого просветление. See, no big deal. Но в этом ничего такого нет. If nobody tells you that there is a name for that. If nobody tells you that there is a name for that, it doesn't matter. Any relevant, significant. То есть это настолько нечто обычное и ничего из себя не представляющее, что и когда нам даже не говорят, что это там какое-то просветление, то ну мы и не воспринимаем его так как что-то особенное. This is мы не воспринимаем его как нечто значительное. This is the so-called awakening. Вот то, что с вами произошло, это и есть вот то так называемое пробуждение. To be conscious without thinking. Это о том, чтобы осознавать и не думать, осознавать и не размышлять. Then mind can come back. Но ум может вернуться. And you are conscious that you are thinking. И при этом вы будете осознавать свои мысли. See? But my mind is now my mind. Но при этом ум будет оставаться моим умом. It's no longer myself. Он перестанет превращаться в меня. There is no identity, there is no entity, there is no mind, no me, no person. Не будет возникать какой-то сущности, какой-то личности. Then your brain will be stimulated by memory, positive and negative. Ну каким-то образом воспоминания будут всплывать, положительные или отрицательные, они будут входить в реакцию с вашим мозгом. Unpleasantness is produced by thoughts, and your pleasantness is produced by thought. Both are hallucinated. Both are the result of ideas. И приятные и неприятные ощущения, они являются результатом мыслей, каких-то идей. Is my daughter, is the way I want her to be, she matches with the idea, I will be so happy and I will be so, feel so good. But it's not because of her behavior, it's because my idea stimulates the brain and says, yeah, that's right, and then you feel happy. Если у меня есть представление о том, какой должна быть моя дочь, и она соответствует этому представлению, то тогда эти мысли, вот она действительно такая, они касаются моего мозга, и я начинаю испытывать что-то приятное. Но на самом деле это приятное ощущение не за счет того, что дочка действительно такая, а только за счет того, что у меня появились мысли, что моя дочь соответствует моей идее. So, an idea, sorry to interrupt you. Извините. Filters your experience. Получается, что идеи фильтруют наши переживания. That you're wearing green glasses. И что ты как будто бы в очках, допустим, зеленого цвета. And then what is compared with the idea. То есть все, что происходит, мы сравниваем со своими представлениями, со своими идеями. If it doesn't match with the idea. Когда происходящее не совпадает с нашей идеей. Then the idea sends a message to the body. То идея посылает такой вот негативный сигнал в тело. And then you feel не bad. Так. And produces the bad feeling. Not what is happening, what is producing the bad feeling, is the mind what is producing the bad feeling. И ты чувствуешь себя плохо, но это неприятное ощущение, это плохость не из-за того, что что-то произошло не так, а из-за того, что произошла мысль,
что-то не так, что-то не так, как я думал. If what happens matches with the idea, then you feel happy. But it's not what is happening, what is making you feel happy. It's an idea. А если же происходящее совпадает с твоей идеей, с твоим представлением, то ты счастлив, тебе приятно. Но на самом деле не из-за того, что происходит, а из-за того, что тебе приятно, что твои мысли, твоя идея оправданы. Believe it or not, more than 95% of what we experience is not what we experience, it's what we think. We are 95% completely out of touch with reality, with what is happening. We don't see what is happening. Поверьте мне, что в основном на 95% мы не воспринимаем непосредственно то, что происходит в действительности. На 95% наши реакции, наши ощущения — это наши реакции на наши же мысли. You see only what the mind is telling you. То есть все наше внимание на том, что нам рассказывает наш ум. Что делать? What? What to do? When you become conscious of these feelings, which are produced by thoughts, как только ты замечаешь или осознаешь вот эти некие ощущения, приятные, неприятные, которые созданы, которые порождены мыслями, and you did it now. Вот вы только что это сделали. You did nothing. А вы осознали как? Ничего не делая. You didn't do anything. Вы ничего не делали для того, чтобы заметить их, осознать. So this will erase completely your psychological mind thinking. И вот такое осознавание, оно и уничтожит полностью вашу психологическую обусловленность, вашу память. So your conceptual, psychological, ideological, judgmental quality of thinking will be reduced to ashes by the tenderness of this observation. То есть таким образом вот это вот нежное, аккуратное наблюдение, нежное, аккуратное осознавание, оно и сотрет до конца обусловленность такого предвзятого характера, психологического характера, обусловленность, которая выросла из прошлых впечатлений. Which is love, consciousness is love. It's the first things that emanate from existence, which is the capacity to see this loving, perceiving thing. А осознавание, почему я говорю, что вот оно такое нежное, аккуратное, потому что по сути это и есть любовь. То есть естественным первичным выражением сути существования является любовь. А любовь на самом деле это и есть вот это вот внимание, это воспринимание или осознавание. The benefit of enlightenment. Видите, вот то. Что-то любя вам преподнес. Are you following what I'm trying to say? Понимаете, о чем я? Yes. We are talking the whole thing again. This conversation. All what you need to know is happening already here. Вот опять-таки, вот наш с вами разговор, о предыдущем, он уже покрыл все то, о чем, в принципе, нужно знать. So it may take some time. Единственное, что какое-то время, возможно, потребуется. You got a moment of awakening. Чтобы. Or there was a moment of awakening, but not you. The absence of you is the moment of awakening. У вас был момент пробуждения. На самом деле, даже не у вас произошел момент пробуждения. What is coming next? Момент пробуждения это есть, когда вас нет. What is coming next is what I call the process of dissolution. Что вас ждет дальше, это то, что я называю процесс растворения. Of the egoic structure within yourself. Эгоистическая структура внутри. And then sometimes it can be rather painful. Иногда этот процесс растворения эгоистической структуры бывает достаточно болезненным. Because the Pandora box of your subconsciousness now is open and whatever is there is going to be liberated. Потому что сейчас открыта крышка вашего подсознания, этого ящика Пандоры. И все, что там было накоплено, начнет освобождаться, начнет высвобождаться и появляться, выходить на поверхность. То есть начнут как бы воплощаться, опять всплывать ваши хорошие воспоминания, ваши плохие воспоминания. So what you call bad feelings and bad feelings is a vibration.
то, что мы называем приятные или неприятные ощущения, плохие или хорошие, на самом деле это некая вибрация. So you experience the vibration before recognizing the idea, the thought that is producing the vibration. То есть ощущение, по сути, это вибрация, и обычно мы замечаем ощущение или вибрацию до того, как мы способны разглядеть идею, которая породила вибрацию. First you get angry. То есть сначала я сержусь. And then you speak. Сначала злость, потом я говорю что-то. And what you speak are your thoughts. А ты, когда ты говоришь из злости, ты проговариваешь какие-то мысли свои. Like the thought produces the vibration, but what you see first is the vibration, not the thought. The thought comes later. И на самом деле эта вибрация, эта злость, она была порождена какими-то мыслями. Но первое, что мы замечаем, это само раздражение, ощущение, вибрация. Уже потом опять прокрадывается та же мысль. When you become conscious of that, you disappears. И когда ты все это осознаешь, оно исчезает. And this tenderness. И вот эта нежность, аккуратность. Is neutral. Она нейтральная. Is impartial. Она беспристрастная. And you look around. Ты смотришь по сторонам. And you are completely impartial, completely impersonal. This is to love. И ты смотришь абсолютно беспристрастно, без какого-то личностного восприятия. Вот это и есть любить, смотреть вот так вот. Everybody's welcome. Смотреть как бы нейтрально, когда ты рад видеть всех и вся. The sun shines for everybody, sinners and saints. Солнце, оно светит для всех, и для грешников, и для святых. This is love. Это и есть любовь. It's beyond good and bad. Она вне понятий, вне рамок хорошего и плохого. Right and wrong. Правильного и неправильного. Acceptable and unaccepted. Moral and immoral. Приемлемого, неприемлемого, нравственного, безнравственного. And this is freedom. И в этом свобода. Because love is free from the polarity of your thoughts. Потому что любовь, она свободна от полярности ваших мыслей. And love is free to love everything, everyone. Любовь, она обладает свободой любить кого угодно. Because this is what угодно. This is what love does. Love loves. Потому что любовь только этим и занимается, она любит. And love love to love. И любовь любит любить. Ей нравится любить. And produces all this to love all this. Эта любовь как раз все это создает, чтобы все это любить. Unfortunately, or fortunately, I don't know, within existence, there was kind of a cosmic whoops, cosmic accident. Ну, к сожалению, а может, к счастью, я уже и не знаю, ну, внутри этого существования произошел такой космический упс, такое вот происшествие. That you fell in love more of that particular form than everything else, and then you start calling yourself this body. Что существование, то есть ты каким-то образом влюбилась больше в одну ограниченную форму и стала верить, что оно — это форма. It's a loving accident. Такое вот любовное yeah. происшествие. And created the ego. Такой вот действительно казус, но он тоже из любви произошел. И вот так вот появилось эго. What to do? Ничего не поделаешь. We are working on that. Мы уже над этим работаем. And this is it. Вот это оно и есть. Okay. What else? See, there is no methods. Метода нету. It's a method. If it is a method, if it is implemented, it's mental, and the mind cannot destroy the mind. Потому что если появляется метод или способ, то это уже от ума. Mental activity. Все, что начинает делаться, оно происходит от ума, как бы ум начинает практиковать, что-то применять, но ум не может разрушить сам себя.
Mental activity cannot cease mental activity. It's a contradiction itself. То есть работа ума не может, ум за счет своей работы не может прекратить сам себя. Мысль не может остановить мысль. Awareness of mental activity stops mental activity. А вот осознавание мысленной деятельности ее и замедляет, ее и прекращает. And for some time only. И то на какое-то время. And because you need only a very short period of time to know what the truth is. Потому что на самом деле нужно очень короткий промежуток времени, чтобы понять, чтобы узнать, в чем же истина. And the mind will come back. Потому что ум вернется. It has to come back. У него нет другого выхода. But the quality of your thinking will change. Но тогда, потом, качество твоего мышления, качество мысли изменится. Practical thinking will remain. Останется мышление практического характера. Permeated by this tender feeling, love, call it whatever you like. И мысли практического характера, тогда они уже будут пронизаны вот этим вот нежным чувством. Вот я называю его любовью, вы можете назвать это как хотите. And parallel to this movement, the conceptual thinking, by being seen, will start getting reduced to zero. То есть после этого момента будет происходить вот это вот мышление практического характера, пронизанное любовью. Вместе с тем, параллельно, все так же будет еще возникать концептуальное обусловленное мышление, но оно будет замечаться, оно будет вовремя осознаваться, и всего лишь за счет осознавания оно будет прекращаться, оно будет исчезать. Yeah, because you have technological knowledge, then you still will describe events as pleasant or unpleasant, comfortable, uncomfortable, see, etc. Что будет получаться, обладая какими-то техническими знаниями, у тебя будет все еще возможность описывать какие-то события, что это хорошо, это плохо, это приятно, неприятно. Вот это удобно, это неудобно. Будет там происходить что-то грустное или что-то веселое. But such thing as this is good and this is bad and this is right and this is wrong, this will disappear. Но уйдут именно осуждения происходящего, как так надо, так не надо. Это хорошо, это плохо. Это and правильно, you, это неправильно. And you still will have organic reaction. This is pleasant, this is unpleasant, and if you like it, you smile, and if you don't, you reject it. И с тобой все так же останутся твои естественные реакции. Если что-то будет неприятным, то может там на лице это как отразиться. Если что-то будет приятным, то будешь улыбаться. If you put food in the mouth of a baby and the baby doesn't find it tasty, then it spits out. Так же, как ребенку, если ты ему что-то положишь в рот невкусное, то ребенок скорчит рожицу и просто выплюнет эту невкусную еду. If it's like it, а если it, это будет что-нибудь вкусненькое, что нравится ребенку, and look for more. Where is it? Он так очень будет причмокивать, все это съест и будет посматриваться в поисках еще чего-нибудь. See, the only thing the only difference between you and a child as far as awakening is concerned is that you will be able, the child doesn't know how to speak, so the child doesn't know how to say, oh, this is nice or not nice, pleasant, unpleasant, I like it, I don't like it. So expresses the same thing in a different way. То есть с позиции пробуждения единственная разница между тобой и ребенком будет та, что когда что-то приятное, то ребенок выражает это не так, как мы ну, ты будешь это выражать словами. Что, будет это что-то приятное или неприятное, а ребенок это выражает какими-то там движениями, жестами. That's an enlightened behavior. Вот это поведение просветленного. She doesn't know if she's right or wrong or good or bad or this or that. Вот она ведет себя определенным образом, и она не знает, это правильно или неправильно, это хорошо или это плохо. Just expressing herself. Она просто как-то выражается сейчас. And mama is gonna take care that remains like that. И ее мама позаботится о том, чтобы все так и осталось. Or she will take care that mama remains like that.
Или наоборот, дочка позаботится о маме, чтобы мама стала такой же. I'm not sure who's going to be the teacher. То есть я еще не понял, кто у вас будет учителем. This has been the longest 2 hours that I ever experienced in my life. Эти 2 часа были самыми длинными 2 часами в моей жизни. Почему? Why? No why. Нет, почему? It feels like that, at least to me. Ну, просто такое ощущение у меня, по крайней мере. Maybe because it's Sunday. Может, потому что воскресенье? Sunday normally is longer. Обычно воскресенье какие-то более длинные. Something interesting about the scripture that God created the whole thing in 7 days. В Писаниях есть такая интересная штука, там говорится, что Бог создал мир in 7 or 6. За 7 дней. Seven, yeah. I forgot. Just and on Sunday God rested, see? И в воскресенье Бог отдыхал. And carries on resting. I mean, it finishes there. Ну, понимаете, он начал отдыхать в воскресенье, и он продолжил отдыхать. То есть на этом Писание оканчивается. Почему? Что больше он ничем не занимался. There is nothing else written after that. То есть ничего не написали дальше. Everything is done. Потому что все уже сделалось. Now let's enjoy it. То есть он уже все сотворил. See? И что теперь остается? Наслаждаться. He didn't say that he... Next Monday he started doing something else. То есть Бог не написал там в Библии, что на следующий понедельник опять он стал работать. He didn't say, and then after the Sunday, the Monday, then he went to the office again. Ну, то есть не написано там, что и на следующий понедельник пошел Бог на работу опять. Everything finishes on Sunday. That's the meaning of the scripture, is that everything has been created or everything is already there. And it's just a matter of experiencing it. И то есть в этом, об этом было, на это указывалось в Писаниях, что когда все готово, когда уже все создано, когда уже все сотворено, тебе ничего не остается, что нужно делать, только наслаждаться тем, что есть, только проживать то, что есть. That means that this is a playground, but somehow, whoops, it became an office. То есть, что все это было сотворено как некая игровая площадка, как детская площадка, но каким-то образом из этого «упс» мы это превратили в работу, в место для работы. Don't worry about that neither. We are working on it. Ну, вы тоже об этом не беспокойтесь. Мы над этим уже работаем. Ну вот пробуждение, оно же... сопровождается с таким каким-то чувством легким, счастливым. But awakening must be accompanied with some feeling, maybe light feeling or something. Nothing. No, it's like rice. It doesn't come accompanied with anything. Like rice. Yeah. На самом деле это не так. Вот рис. Он же бывает рис сам по себе. That's an idea. Это то, что вы сказали, это некая идея. Enlightenment should be an experience like this, like that. Просветление должно сопровождаться каким-то чувством. Вот когда переживается просветление, вот такое происходит. This is why nobody ever experienced enlightenment. И именно из-за идей никто никогда и не может испытать просветление. Because what is the light? Потому что слово просветление, где же свет? Не вижу. Why I'm not flying yet? Почему я еще не взлетел? See? Why I'm not reading your mind? Почему я еще не вижу твои мысли, See? Не читаю их? Why I'm not feel like I'm Superman or something? Почему я еще не чувствую, что я всемогущ, что я как Супермен? Because enlightenment is not an experience. Потому что просветление это не есть некий опыт. An experience requires an experiencer. Любой опыт он требует кого-то, кто может это испытывать. An enlightenment is the disappearance of the experiencer. А просветление это и есть, когда испытает, когда исчезает некто, кто испытывает.
So the one that is going to get enlightened disappears on the way to enlightenment. It never gets there. То есть этот некто, кто собирается пережить просветление, как раз он и исчезает на пути к просветлению. Он никогда до него не доходит. Another name for enlightenment is liberation. Другое имя для просветления — это освобождение. But liberation is not for the experiencer; it is from the experiencer. Но это освобождение, оно также не происходит для того, для этого переживающего. Как раз освобождение, оно и происходит от этого некто, кто якобы все переживает. Liberation is not for the ego; it's from the ego. Освобождение не для эго. Освобождение происходит от эго. It's not for the mind; it's from the mind. Освобождение не для ума. Освобождение происходит от ума. Yes. So, thank you. Okay. Shall we stay without any question or any answer for 10 minutes before the kushet break? Может, посидим 10 минут перед перерывом на обед? Вы не против? Then we come back again. Please, I have something to do immediately after the talk finishes. Я хотел бы предупредить сразу после конца первой встречи. У меня есть дела. One is go to the toilet. Первое — это сходить в туалет. Another one is an appointment. А второе — у меня встреча. So, do you mind if маленький question, photos and the rest after, потом? Поэтому вы не против, если все эти маленькие вопросики, маленькие фотографии потом произойдут? So I can go. Чтобы я мог так быстро убежать. And I see you. Мы все равно увидимся попозже. В 7, да? Но сейчас 10 минут. Who brought this? It's very sweet. Who brought this? Спасибо тому, кто флажок. No, you can stay. You can stay. Don't go. You can sit in the chair. We're just gonna be quiet for 10 minutes. То есть мы сейчас просто собираемся посидеть молча 10 минут. If you want to go, you can go also. Но если вы хотите пойти, пожалуйста. Or I will highly recommend you to stay. Но я бы вам очень порекомендовала еще посидеть. You can miss the best part of the morning session. Возможно, это будет лучшей частью нашей первой встречи сегодня.
Ой, Боже мой!
Спасибо, увидимся позже. С 7 до 9 следующая встреча. Сегодня вы можете приобрести видеодиски с записью сатсангов из Москвы в июле. Вот эти встречи в этот раз. Также появились новые диски с записью сатсангов в Новосибирске в этом году. Очень хорошие еще из Екатеринбурга. И если вы желаете принять участие в поддержке сатсанга, то он проводится за счет средств, которые собираются во время каждой встречи. Эти деньги необходимы для того, чтобы оплачивать проживание, перемещение Цезаря. Если вы желаете, вы можете оставить любую сумму на выходе в одной из коробочек. Спасибо за внимание. А, и также...